Пожарные бьют тревогу. С приходом тепла в стране начались весенние палы. Люди беспечно и безответственно жгут на своих приусадебных участках сухую прошлогоднюю траву и бытовой мусор. Такое наведение порядка небезопасно. Практически каждый год весенние палы приводят к несчастным случаям – возгораниям жилых домов, хозяйственных построек, травмированию и гибели людей. Актуальна проблема весенних палов и для Речицкого района. Только за период с 9 по 17 апреля речицкие спасатели выезжали на тушение мусора 22 раза. Больше всего подобного рода возгораний происходило на сельских кладбищах после уборки могил. Но не только погосты заволакивало дымом в эти дни. 9 апреля на улице Трифонова через дорогу от зданий больницы и роддома с нарушением правил безопасности сжигали порубочные остатки. Тушить их пришлось спасателям. 21 и 22 апреля в лесных массивах, расположенных неподалеку от деревень Первомайск, Балашевка и Милоград, произошло три пожара, общая площадь которых составила более 7 гектаров. Работники, которые были заняты вырубкой леса, забрав с делянок деловую древесину, с нарушением правил пожарной безопасности принялись сжигать порубочные остатки. В результате огонь с делянок перекинулся на лес. Ситуация требовала вмешательства пожарных. Неконтролируемое горение мусора, способное в любой момент перерасти в пожар, было отмечено на территориях частных домовладений в Речице, на улицах Молодежная, 10 лет Октября, Кирова, в Василевичах, в деревнях Борщевка, Старый Барсук, Копань, Черная, Защебье, Волчья гора, Бабичи, Холмич и Жмуровка. Ежегодно с приходом весны наши граждане приступают к наведению порядка на своих приусадебных участках, огородах, садовых товариществах и делают это зачастую при помощи огня, путем сжигания мусора. И, как правило, с нарушением правил пожарной безопасности. А это может привести к беде и к пожару. В Республике Беларусь в текущем году уже зарегистрирован случай, когда в результате сжигания мусора погиб человек. Правила сжигания мусора весьма просты. Их должен знать и соблюдать каждый. Не разводите костер в ветреную погоду. Место костра необходимо предварительно окопать. Также необходимо соблюдать безопасное расстояние размещения костра. Это 10 метров от построек, 20 метров от лесных массивов, 30 метров от скирд с соломой. На месте костра должна находиться бочка с водой и лопата. Что нельзя ни в коем случае делать, так это сжигать сухую растительность на корню пожнивные остатки. За такие действия предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 10 до 40 базовых величин. А если пожар приведет к большим материальным потерям, то и уголовная ответственность. Но нарушение правил пожарной безопасности чревато не только внушительными штрафами, но и более серьезными последствиями, такими как потеря имущества, а что самое страшное – здоровье или жизни.